Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Четырех бывших военных ядерного комплекса Минобороны обвиняют в хищении 353 миллионов рублей. Судом будет рассмотрено уголовное дело в отношении четырех бывших должностных лиц воинской части, которые входят в состав ядерного комплекса Министерства обороны Российской Федерации, обвиняемых в хищении 353 миллионов рублей. Данную информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы Следственного комитета России. Обвинение в мошенничестве предъявлено главному бухгалтеру воинской части Олегу Соболеву, его заместителям Лидии Чернопятовой и Александру Кулемину, а также экс-начальнику отдела планирования научно-исследовательских работ подполковнику запаса Алексею Якимову. По версии следствия, в период с 2010 по 2014 год обвиняемыми систематически оформлялись и направлялись в банковские учреждения подложные финансовые документы, на основе которых Министерством обороны было перечислено более 353 миллионов рублей, которые были обналичены и похищены. Следует отметить, что Соболев признал вину и начал сотрудничество со следствием, но после ареста имущества, оформленного на его родственников и знакомых, нарушил свои обязательства, и соглашение со следствием было расторгнуто. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на сайте военноедело.ком.